Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Лис, мы продолжаем играть в Portal 2. И, как всегда, я вот так беру... вот что ты задумал! Я тебе доверился, а ты? Владей. Ну что? Ну ладно, не ругайся ты. ладно, все. Так, ну и в общем, у нас тут финальная, по всей видимости, прямая. Да. Потому что нам говорят... Какого фига, чё? Чужей. Я сейчас только что просто фундамент выложил. Я не ожидал такого поворота. Да. Нам хоть и сказали, что мы сейчас просто должны типа встретиться с людьми, они нам должны устроить праздник. Что-то мне очень-очень туго верится. Так. Что, напарник по экскрементам? Чтобы добраться до убежища людей. В остальных зонах было весело. Но давайте на чистоту. Чтобы это было наукой, мне нужны человеческие испытуемые. Так, то есть мы должны спасти людей, по ее словам. Есть! У меня такое чувство, что в конце только выживешь, только ты один. И потом ты вначале будешь героиню Портала будить. У нас ну, тут... ты похож, по крайней мере, на него. Так, он гель. Гей. Ой, гель. Я пойду. Держи. Ну, в общем, да, у нас сменился стиль, видно. Так, ну все, начинается веселье. Давай, я запрыгиваю тебе наверх за нас. С гелями? Так, я, короче, смотри, я могу сделать вот так вот. Сейчас скажу. Так, и... Так и на кнопочку сейчас. Такой молодец. Нет, я не допрыгну просто-напросто. Вон туда. А, то есть я должен, да? Смотри. Я пошел. Она и тут опустилась, окей. Поднимай. Так. Не. Во. Так. Так, что там видишь? Кнопочка. Ага, понял. Так. Что дальше? Ой. Пошли, я покрашу. Так, и как нам это сделать-то? То есть эту штуку тоже нужно опустить, но. Ну все, ты можешь, в принципе, оттуда слазить, да, и нажать кнопку. И будет круто. Ой, просто на характере нажал. Так, все, можешь слазить. Поехали. Че у тебя там? Аля, знаешь, камеры испытуемых 90-х, 80-х таких годов. А, стоп, мне теперь туда как-то надо попасть. Да. Во. Просто сделай отверстие здесь оранжевое, попади сюда. Давай, заходи. Так. Мне вот туда надо? Ага, все, заходи и вот развернись, и вон голубой заходи. Голубой заходи. Поздравляю с завершением теста. Лучшая команда испытуемых, о которой можно только мечтать. Нас опять скидывать будут? Нет, меня больше удивило, что она нам польстила. Как людям. Она готовит нас как, как людям последнего. Она хочет нас потом сделать из нас роботов убийц. Она же говорила, что вы же роботы, вам типа не нужна лесть. А сейчас она нам просто реально польстила. Она считает нас за людей. Ну или я просто ожидал, что она чего-то сейчас точно добавит такого. Просто на гнилуху надавит. Попытно узнать про этих людей. Похоже, последние неиспытуемые оставшиеся в живых люди пытались тайно лишить свободы других людей и замести следы. Думаю, они хотели наказать их, не позволив мне включить их в тестирование. А вот почему люди не могут пройти эти испытания. Они обращаются с друзьями, как с врагами. Нет, стоит это. Вот, я вот сейчас вот понял, что игра-то, в принципе, она большая. То есть, мало того, что есть сингл, есть еще вот сюжет по роботам, блин. Так, что ты там видишь? Может, мне тоже сюда надо? Ага, он там ты сразу... Вот тут у тебя, видишь, там окошечко. Ты через него должен вот туда попасть. Не. Так. Ты сейчас вернись. О, стоп, стопэ. О, ты где? О! Как теперь туда попасть?
Так, наверное, туда я никак не попаду. А, ну только если так, а если мне придется прыгнуть, если мне надо придется прыгнуть, а она. А, ты встал, то есть эта штука, ага, понятно. Так, то есть нужно на инерции как-то разбежаться и прыгнуть. Я могу Стоп, это сначала сделать. Сначала нужно покрасить, наверное, вот эту. Да, вот эту пластинку надо покрасить. То есть ты должен поставить. Короче, я понял. Знаешь, что надо сделать? Смотри. Вот у тебя вот тут вот. Вот понял, вот понял, сейчас сделаю так, смотри. Иди. Так. Так, ага. Тут я не заберу. А, подожди, понял. Так, а, нет, не понял. Так. Где там? А, во-во-во. И. Тебе надо как-то распрыгаться там. Так, погодь-ка. Ладно. В общем, нужно залить гелем вот туда. Вот эту платформу, да. Так, так я ничего тут не сделаю. Хотя, ну-ка. Это что, забросилось, да? Ну, блин. Так, сейчас. Нифига себе. Яманал. А, чтобы не отскакивать, нажмите. А, все понял. Так. Ну давай. Я вот пробую, может получится вон ту. Я правда не знаю, зачем это надо. Блин, нафиг. Стой, у меня есть идея. Ну да, слушай, все верно. Сейчас, смотри. Объясняю. А, вот сюда портал и под кнопку порт. Нет, ты иди туда. Так, пошел. С той стороны это делай. Так, ну да, в общем, вот так вот. То есть это зальет. Да, прыгай. А, нет, стой, подожди. Ага. Ага. Так. Ты подумал о том же, о чем и я? Ну как, догони. Я не знаю, о чем ты подумал, потому что я ни о чем не подумал. Я вам покажу. Побрызгни еще раз этой гелью. Я проверяю просто. Ой, ты там стену мы там стену забрызгали. Ага. Это круто. Всегда а люблю стены брызгать. Нет, я не могу. А ты оттуда можешь вот туда попасть? Нет, ты не можешь туда попасть. Хм. Разберемся сейчас, подожди. Сейчас собираемся. О! Что такое? А нет. Теперь я тоже вряд ли куда-то туда попаду. Так. Хм. Я знаю, что если поставить портал вот сюда и вот сюда, то забрызгаешь вот так вот. Да, но а что если поставить портал вот так? Он совсем по-другому уже будет литься. Эй! А нет, нифига. Интересно, но в испытательных камерах так раньше можно было делать. Так, а что если сделать... Нет. Понятно. О! Что там? О! Ты как это сделал? А, ну как бы это понятно, что ты как это сделал, но... А-а-а, слушай. Ага. Понял. Понеслась. Ой, смотри, какой огромный пузырь. Ой, как классно. Так. Все, я понял. Давай еще раз, запускай краску. Запустил. Ага. Соу. Понял. Еще раз. До меня туго доходит просто. Ого. Почти. Не, ну ты крут. Так. Так, сейчас. Так, тикаю. Сейчас, погоди, рано. Рано. Вот ага, теперь можно. Вижу. Так, все. И. Эй, а, блин, я потолок покрасил. Я не видел, что там это. Классно. Сейчас, подожди. Давай. Тут надо по-быстрому получать это делать. Оп. Ну ладно. Ну, в принципе, я думаю, этого хватит. Только вот вопрос, что дальше? Ну, дальше на характере пролетаешь, короче. Вот так, портал. Хоу, мадерфакер! Так, что дальше? Ну прыгаю. Вон я тебе платформу поставил. Воу!
Куда? Какую? Подожди, какую платформу? Где? А, да, точно. А, ой! Ну, блин. Ну, блин. Давай, Глодус. Вы просто тратите мое время. Молодец. Дальше. Так. Ой. Ну ладно, поставил платформу. Так. Давайте. А я думаю, что не надо мне вот этого синего. Потому что я сейчас просто возьму. Эй, классно! Да, теперь как мне туда. Я это сделал. А тебе это теперь вот так вот надо. Где там? Смотри. И прыгай. Да, просто прыгай. Да, прыгай. Оп. Вау. Вау. Вот так вот. И вот тут просто поднимайся. Ага, отлично. Обалдеть. Ну, вот это подземелье, вот так подземелье. Так, все, выбрались, пошли. Огромная территория под землей. Готовясь к испытаниям на людях, я перечитала книгу жалоб и предложений. Знаете, предложение номер один. Менее смертельные тесты. Какая нелепость. Как они могут знать, что тесты смертельны, если смогли написать это предложение? Блин, с ее логикой не поспоришь, а? Ну это да. Очень логично. Это ж Гладос. Спорить с компьютером — это такая тема, знаешь. По-моему, еще никто не спорил с компьютером. Хотя... Хотя всякие находят. Блин. Чтобы попасть в убежище, понадобятся все приемы, которым вы научились. Да, чтобы это понятно. Вам, я сделала эти тесты в высшей степени трудными. Отлично. Можно даже сказать смертельными. Но для отлично. Вас, с вашей удивительной возможностью восстановления, нет ничего смертельного. Да. Ой. Убил. Убийца. Ваша неудача не продвигает науку. Окей. Тут надо красить очень много чего. А я-то думал, уверен, что красить. Может наоборот. Ну-ка, бжика. Сейчас я буду, знаешь, как. Подожди я... меня так. Сейчас придумаю, сейчас. Ни хрена себе ты. Ой. Ну, как бы ты меня понял, да? Это не так уж и сложно. Люди не могут освободиться сами. Твою мать, да какого фига, блин, ты как ты? Я только прыгнул на нее, а ты уже раз. А зачем ты так делал? А я не знаю. Правда, это ж было изи-бризи. Так. Ко мне подойди. Так, подожди, стой, смотри, что я сейчас сделаю. Правда, ты сдохнешь? Не надо! Ай, ладно, я уже просто ерундой страдаю, все, пойдем. Так, смотри, как делается. Вот так вот. Короче, это делается все очень просто. И вот сюда. Ой, а зачем туда? Вот тут кнопка есть, между прочим. Так, к сведению. А, ну да. Подожди, иди сюда. Так. Оп, нормально. Так, посмотрим, что это будет. Жму кнопку. Нет. Ай, да блин, да как так-то? Ты что там... Прости, я упал. Просто упал. Да. Ну ничего страшного. Это было смешно, на самом деле. Я лечу и понимаю, что сейчас упадешь, и мне стало так смешно. И чё? А. А. Ну, жми еще раз. Смотри. Подожди. А, вот сюда жми. И вон туда. Правда, я не знаю, что из этого дальше будет. Нет, да, вот сюда. Прыгательный мост! Фига! Ха, серьезно? Офигеть. Да. Не знал, что так можно. Вау. Ааа, нет, так блин! Congratulations! God damn it! Так, вот тут и... Что-то да. Я это... Кривой какой-то немножко сейчас. Окосили немного за последнее время. God damn it! Привет! Эй, назад! Ой! А! Нет! Что за, блин, это вообще просто... Всё, ладно, давайте серьезно, короче, собрались нормально. Да-да. Это, конечно, весело, но, блин, это нелепо. Наши неудачи не продвигают науку, как сказала Гладос. Ай, я...
Я не нажал. Эй. Так, окей. Буль-буль-буль. Буль-буль-буль. Я залез, давай залезай. Залез, молодец, так. Если ты залез, значит я залезу, так. Оп. Отлично. Все, пойдем. Как долго возились на этом месте, где все просто. Не говори. О, обиделся. Ты не хотел обниматься. Ладно, пойдем. Эй. Давай опять просто искры. Прошли. Прошли. Так. Ой, а вот тут-то и нельзя, наверное. Ой. Где оно лицо будет? Не знаю. Кто лицо? Я вижу. Это... Ты видишь каких-то. Я вижу кнопку. Чувак, я приду. Вот, смотри, ставь сюда, мост. Вот. Так, ага, она льется. Так, давай иди туда, потому что здесь мои порталы. А там да. И резинтегратор. Еще по вот так. Еще бы вот так дезинтегратор. Живый дезинтегратор. Так, ладно. А, ну я могу нажать кнопочку и мост польется. Просто лучи добра. Я залил. Синяя добрая краска. Флабер попрыгунчик. Ниу. Окей. Окей. Let's do this. Ага. Я не то сделал. Любопытно. А, ну да, все, смотри. А, ну ты можешь сделать, допустим. Нажимай кнопку. Кнопку нажми. Нажал. Вот. Эй. Ой, так. Я нос почесал, что ты сразу? Не знаю, ты просто стоял там. Так, эть! Эй! Отлично. К счастью для вас, я пока не могу контролировать происходящее за пределами зоны тестирования. И сборочный аппарат продолжит работу. Для последнего испытания он вам потребуется. Что? Это намек на то, что мы будем очень много умирать. Да? Отлично. Но она нас по-любому опять взрывать будет, наверное. Ну и ладно. Нам не привыкать. Ну да, мы уже привыкли. Сборочный аппарат нам вот пригодился в самом начале этого испытания. Когда мы падали постоянно в воду. Нет, ничего. Я не хотела обижать вас, сказав, что эти испытания не являются настоящей наукой. Полагаю, процесс осознания того, что это не наука, сам по себе является испытанием. Офигеть. Поздравляю, вы прошли это испытание. Ладно, так. Ускоряющие гели, часть четвертая. Ого, это классно. На самом деле, потому что я вот, допустим, если сейчас возьму вот так вот, и, допустим, ты мне сюда поставишь портал, и вот там где-нибудь, это будет так офигенно, потому что я просто возьму, ничего не произошло. А, понятно. Оу. Ну, да. Ой. Что за... А! Вот сюда поставь. О, все, так. А, та... Куда? Вот туда. Давай. Так, понятно? Что делаешь? Методом путем ошибок и... В общем, я не знаю, что делаю. Подожди, рано еще что-то делать. Тут надо гелем сначала забрызгать все. Ладно, сейчас разберемся. О. Боже. Ну и звуки. О, ну все, собственно. Вот я и разобрался. Разобрался. Теперь тебе методом ускорения надо вот. Вот тебе вот туда надо залезть, прыгнуть. Угу. На эту стенку, на эту. Так, куда? Давай, поставь сюда еще красненький. Так. И-ти-ти, полетели! Ну и все. Вот и я и прилетел. Так, а мне как подняться? Тебе... Давай, лети туда. А, как я... А, вот. Давай. Так, ага. Все, прыгай. И все нормально. Давай, да не бойся, все нормально, все пучком. Не понял. What the fuck? Как это получилось? Ну-ка, давай-ка еще раз. Бегает там. Так. Так, можешь даже присесть, когда будешь лететь. Мяу. Во, другое дело. Привет.
Эй! Я успел! Успел! Отлично. Спасибо. Thank you. Ну ладно. Добро пожаловать. Welcome to новые испытания. Так, стой. Ржавчина. Пахнет стариной. Классненько. Так. Туда это нам ничего не приведет. Вот так вот нас туда тоже. Я вижу, куда гель капает. Сейчас пойду туда. Я вижу, куда капает этот гель. Да. Во! Смотри! Чё? Ой. Смотри, иди сюда. А, ну да, да, да. Эй, а, ну да. Ты стой там, а я пошел. Пошел. Шагал. Опа. Ага. Ага. Посмотри наверх. Да. Так. Не возвращайся. Нет, не возвращайся. Нет, краще иди. Кнопку нажимай, кнопку нажимай. О! Так, теперь вторую. Кай. Поехали. Так, теперь я дальше иду. Ты не проходи пока. Угу. Попрыгал. Вау. Что дальше? Что видишь? Докладывай. А, выход. Теперь тебе надо как-то... А, ну да, я тебе сейчас сделаю. Да, вот там надо... Ой! А, ты уверен? Мне кажется, ты не достанешь, да. А как ты пройдешь? Ну смотри, есть вот здесь, да? Еще вот такая замечательная штука. Какая? Вон там, ты можешь поставить... Ага, и посмотри, куда еще можешь поставить. Возможно, там уже тот же гель. Невозможно, а даже да. Под гелем вот самым синим, куда льется. А тут интеграт. Ну ты же как-то ставил под трубой, где гель вытекает, портал, чтобы. А, трубу имеешь в виду? Да-да-да. О. Ага. А, все. Так, теперь берем и заливаем тебя нафиг. Так, это да. Интересно. А! О! Сука! Теперь. Заливай. Поехали. Так, что-то ничего не произошло. Давай вот так попробуй. Ага. Эй, не дотянулся. Так. Ага. Обоссанца какая-то. Блин, и чё дальше? Как тебя поднять? А, кажется, я начинаю догадываться. Так. Во! А, да, вот! И теперь заливай стену. Не, ну офигенно, слушай, прям вообще. Давай, иди распрыгивайся. Най, здорово! Как Давай. Дела? Скучал? Эй! Да. Отлично. Мне просто интересно, сколько раз там уже нас будет в статистике показывать, сколько мы раз обнимались. Благодарность за спасение. Не волнуйтесь, если когда-нибудь напишут исторический документ об этой героической операции, я прослежу, чтобы вы были в примечании. Сволочь. А, вниз. В самое днище. Я вообще не представляю, как выглядит вот этот центр апертуры, вот этот, потому что там, наверное, такая гигантская просто лаборатория должна быть, с небоскреб. Да. То вверх, то вниз, туда-сюда. Это да. Так вот, я говорю, помнишь, в конце каждого этапа я большого... Я получу всю славу за эту спасательную операцию. Но вы двое не думаете, что ничего не получите. Та связь, которую вы сформировали за время испытаний, она на всю жизнь. Это прикольно, чё. О, вот ускоряющий гель. Так вот, под конец каждого этапа там статистика, сколько шагов и так далее. Так вот, там же появилась новая статистика, сколько раз обнимались. Да, да. Вот просто интересно потом даже посмотреть. Так, я поехал. У-ху! Так, что тут у нас? Чё она делает? А, понял. Ну-ка, давай. Уходи. Уходи! Значит, нам нужно добыть куб. Смотри. Короче, ты должен нажать кнопку, а я должен буду в полете поймать кнопку. Нет, давай уже наоборот. Блин, я уже слез. Ну давай, ты будешь.
это. Давайте. Ладно, ладно. Так, ладно, давай, я. Ты лети. А, да. Это, короче. Ну, ты понял. Так, ты сначала. Так, смотри, я разгоняюсь. Так, ага, понял. А, давай. Я просто хочу посмотреть по таймингу, как бы это должно выглядеть. Ну-ка, нажми. Так, ага. Так. Давай, 3, 2, нажимай. Блин. Поздно. Да. Можно, кстати говоря, поставить здесь вот так вот, чтобы, если что. Так, нажимай. Так, понятно. Поздно. Так, давай, нажимай. Ой, нет. Рано. Так, нажимай. Вот. Отлично. Вот и все. Что-то какая-то простая была. О, это походу еще не все. Да. Че, двинем? Не знаю, я по лесенке. По лесенке? Я вообще каскадер, походу. Именно. Оторви и выброси. Что, все, что ли? Вот так. Ну как все. Дальше? Ой. А что за. Так, а здесь уже, видать, до кнопочки надо серьезно добраться. Что это? Ты не знаешь, что это такое? Ну как бы оттуда мы вылупляемся. Знаешь, когда мальчик встречает девочку. Блин, там эти там ускоряться надо будет, короче. Так, ну-ка, что это у нас? Ага. Стой, стой, стой. Давай, я залил. Ой, я залил гелем там прям как. Еще раз нажми. Еще раз. Как надо. Там мало пролилось. Потому что я поздно переключил. Вот. Теперь. Еще раз нажимай. Так. А, ага, ага. Ай, блин, там эти. Вот так, чтобы наверняка. Любопытно, смотри. Че? Так. Ну-ка нажимай кнопочку. Ага. Теперь смотри. Делай портал вот здесь и вот здесь. То есть вот так, по бокам. Ну, типа того, конечно. Ну да. Да, и вот здесь. Вот. Где? Вот тут. Вот, вот. Вот, 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 вот. Синий, за место моего синего, да, вот. Так. Блин, нет, не хватает. А, сейчас нажми еще раз кнопочку. Ой, 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 подожди, не нажимай. А, вот, все, давай, нажимай, да. Да. А, нет, подожди, не нажимай. Что-то. Во-во-во, все, теперь нормально. Теперь да, теперь ставь с обоих сторон свои порталы. И смотри, теперь, когда я разгоняюсь, просто ставь. Да, я понял. Красный, красный, да, вон там на вылете. Ну поехали! Блин! О, черт! Ай! Надо было еще подгадать. Ну ты меня понял. Подожди, а меня как мы переправлять будем? А вот пока не знаю, надо сначала хотя бы так попробовать. Давай подготовим поле для меня. Давай, так. А, не так. Да. Стой, иди вон туда. Пошел. Ставь один вот туда. Так. Ну и все. Чин-ч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 ин. Вот нормально, ага. Так. Так, нет. Вроде не так. О, все. Готов? Блин, да. Сейчас, подожди, мне надо посмотреть еще на щиты ведь эти. Бесконечный тоннель, я вижу свою задницу, чё. Полегче, парень. Почти. Почти. Нифига там, я не знаю, какой надо миллиметраж, чтобы. Давай. Давай, я сделал тебя. Давай, сейчас будем тебя запускать. Поехали. Вообще пофиг. Наяривай как могу. Во-во-во-во-во-во-во, отлично! Воу! Класс! Так. Дай мне, да,
А, надо обоим. Теперь мне как-то надо. А, теперь да, теперь я возьму и. А, вот платформа, ты с нее можешь меня. Угу. Так, теперь. А, подними вот меня туда. Вот так вот и вот так вот. А, да. Вот. Давай, заходи. Будь как дома. Вот так вот. Так. Ага. Ну и. Мне надо в ту сторону запустить было. Да, да, знаю, давай. Так. Поехал! Ты главное на щипцы смотри. Как только они начинают опускаться, закрывай земные порталы, ставь туда. Да, вот так. Так. Блин, офигеть. Я даже почти не понял, что произошло. Вот и кубик. Вот и прошли. Эй, класс. Темпы, которыми вы проходите эти испытания, заставляют меня усомниться, что вы разделяете мое стремление освободить плачущих, запертых, раненых, умирающих людей. Да ну если тебя. Если это не побуждает вас к действию, не знаю, что вообще побудит. Тортик. Тортик, конечно же, тортик.